Всем привет! Сегодня у нас новинка Avimax, модель LT2011BT. Колонка у нас весит 10 килограмм, 10,5 килограмм. В комплекте беспроводной микрофон, пульт и блок питания. В колонке два 10-дюймовых динамика, вот такая вот светомузыка. Кстати, она под музыку играет, ну то есть динамичная. Вот здесь у нас ручка для переноски, также есть для транспортировки ручка, выдвижная, телескопическая, как и у большинства колонок. Так, обзор будет на самом деле быстрый, я получил несколько комментариев по поводу того, что это очень долгие и длинные ролики снимаю. Я стараюсь поподробнее, но получается не всем это нравится. Ладно. Здесь возможность подключения 12-вольтового аккумулятора, подключение проводного микрофона, блок питания на 13,5 вольт, громкость микрофона, эхо микрофона, высокие частоты композиции с флешки, Bluetooth, AUX и так далее. Бас, низкие частоты, громкость самой колонки, возможность чтения microSD-карт, Bluetooth, USB-флешки, возможность подключения по Bluetooth. Линейный вход AUX, включение колонки, включение светомузыки. Так, сейчас мы настроим чуть-чуть. Здесь у нас находится аккумулятор, колесики для транспортировки. Возможность установки на штатив отсутствует. Нет такой возможности, так что не установить ее. Колонка пластиковая, из пластика, так же как большинство колонок. Выглядит по-современному. Не сказать, что красотка, но в современном мире как раз такие корпуса довольно-таки часто пользуются популярностью. Так, сейчас я вам продемонстрирую работу микрофона. Вот такой у нас беспроводной микрофон. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Присутствует небольшой фон во время разговора. Раз, два, три. Сейчас продемонстрирую композицию какие-нибудь. Ну, одну песню включу, чтобы вы послушали, как она звучит. И я думаю, достаточно. В общем, ребят, колонка недорогая, своих денег стоит. Сейчас на рынке очень много колонок, которые, ну, хуже играют, хуже этой колонки, а стоят по 15, по 14 тысяч. Эта модель, ну, такой хороший, среднячок, бюджетный среднячок, так что, если кому интересно, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, спрашивайте по наличию. Отправка по России только по 100% предоплате. Можно почтой отправить, можно отправить транспортной компании, без разницы. Всем пока и хорошего настроения.